Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия создаст эталонный сорт нефти и будет продавать ее на российской биржевой площадке. Издание Bloomberg сообщило, что правительство России разработало план мероприятий по созданию нового эталонного сорта нефти. Указанный план может быть реализован в ответ на намерение стран Большой Семерки ввести потолок цен на российскую нефть. Указанный план может спутать карты американскому Минфину, который сейчас пытается привлечь на свою сторону руководство Китая и Индии в целях проведения согласованной политики по снижению цен на импорт российской нефти. Ранее западные эксперты прогнозировали, что Россия в ответ на введение потолка цен на нефть примет решение об ограничении добычи и экспорта нефти на мировой рынок. Это может привести к краткосрочному росту цен в район 200 и даже 300 долларов за баррель. При этом российские власти сообщали о нежелательности сокращения добычи, поскольку для ее последующего восстановления требуются существенные инвестиции. Плюс к этому сокращение экспорта российской нефти, вероятно, приведет к снятию западными странами санкций с Ирана и Венесуэлы. В этом случае вернуться на мировой нефтяной рынок в ближайшие несколько лет России будет трудно. Запад всячески стремится сократить нефтегазовые доходы России, с помощью которых наша страна сейчас получает свыше половины своих экспортных доходов. Государство, напротив, не заинтересовано в снижении сырьевых доходов и сокращении экспорта нефти, поэтому руководство страны готовит Западу другой ответ. Согласно данным того же Bloomberg, Россия может отказаться в будущем от практики заключения долгосрочных контрактов на поставку нефти и реализовывать большую часть своей нефти через российскую биржу. Согласно прогнозам, Россия может начать торговлю нефтью на бирже с марта 2023 года. Целью данного механизма является отказ России от использования международных торговых площадок, контролируемых западными корпорациями. Российская биржа будет контролироваться ее российским владельцем. Аналогичный торговый инструмент ранее создал «Газпром» для биржевой торговли своим газом в России. По мнению российских властей, биржевая торговля российской нефтью на российской торговой площадке позволит отказаться в будущем от необходимости предоставления дисконта иностранным покупателям нашей нефти.